Всем доброй ночи, друзья! С вами Василий Анатолий. И сегодня я делаю вот свой такой вот маленький репортажик, вечером прогуливаясь по набережной. Ну, люблю я это дело и вот стараюсь более-менее регулярно, в общем, ходить. Да, вот что вижу, как говорится, вот то и записываю. Да, ну вот сейчас мы проходим вот магазин, да, значит, вот этот вот магазин. А обувной, он вообще-то работает, вот летом он работает вообще там чуть ли не круглые сутки, да, то есть я не знаю, когда они там отдыхают, да? То есть, когда последние посетители оттуда уходят, да, вот там под утро, допустим, они вот тогда закрываются, да, вот ночью, вот когда вот люди здесь, да, они вот постоянно там работают. Ну, сейчас, я не знаю, они, наверное, уже сейчас просто народу уже нет никого, поэтому они там закрылись. Ну, вот как это сейчас, ну, сейчас октябрь месяц. Понимаете, это народ, вот здесь всегда есть народ, здесь всегда. Да, особенно вот сегодня пятница, люди проезжают просто отдохнуть здесь, вот на море посмотреть, почувствовать вот морской воздух и, так сказать, шум прибоя. Ну вот так. У нас всегда здесь какая-то вот такая вот жизнь, она, да, она вот какая-то вот движуха всегда есть, понимаете? Народ разный. Вот. Поэтому я вот сейчас я с удовольствием смотрю, но я предпочитаю, так сказать, людей как-то не снимать, вот так, чтобы были лица видны, да, уж лучше меня простите, да, я, так сказать, вот как-то сторонник такой, знаешь, что, так сказать, вот такая интимность, она должна быть, да, у людей, то есть вот этого я стараюсь не делать. Вот, так что, вот так, друзья, вот такая у нас обстановка. Ну, уж извините, что она вот у меня лаванс. Извините, что у меня вот немножко прыгает, как бы, да. Ну, я иду. Могу сейчас остановиться, просто показать немножечко. Ну, вот такой вот у нас сюжет пока. Ну вот, давайте посмотрим, что нам сегодня предлагают. Ола, бонус. ¿Qué puedo comer? Ah, los precios, fantástico. ¿Qué? Marisco. Да, цены здесь кусаются. А вот здесь это меню de día, ¿no? Ага. Вот 15 евро, да? 15 евро. Что сюда входит? Так, за сортида. Так. Ну. В общем-то, вот эти интересные очень, да, вот такие вот, это можно выбирать, да, значит, ну, соответственно, рис, да, значит, значит, это кролик и различные, значит, бердурус, это, ну, набор из овощей, да, значит, ну, соответственно, значит, вот здесь вот дорадо, да, дорадо для планча, и, значит, там, так, ага, так, вот это вот из пакета, значит, ну, что это, значит, это спагетти. Я их не пробовал, честно говоря, вот этот болонесовский, да, значит, ну, должно быть, наверное, неплохо. Вот, так что вот так вот, 15 евро, да, это вот, если сейчас, вот, ну, я сейчас смотрю, у них тут народу миллион, так что вот так. Пардона, это порладия, о, порладия, ага, значит, это только днем, да. Ну, вот, ладно, дальше пошли, посмотрим дальше. Вот. Ну, народу мало, конечно, да, но тем не менее, вот ну, сидят, понимаете, ну что вот сидят, вот сейчас смотрите, вот сидят они за, так сказать, значит, там, ну, коктейли какой-нибудь там, значит, там еще что-нибудь там, да, вот, собственно, вот все. Так что вот так. Вот, знаете, всегда меня трогает забота об инвалидах. Понимаете, вот я сейчас вот не стал фотографировать, да, вот так вот как-то, значит, как так... более детально, да, значит, ну вот мальчик на коляске, вот его везут, да, так сказать, вот, ну, здесь, знаете, как вот это, ну, святое, понимаете, святое,
вот помогать, то есть не сдают никогда никого тут там куда-то там вот в какие-нибудь там эти приюты там или еще там что-то такое, значит, это вот чушь какая-то собачья, что, значит, там, так сказать, это вот в России это делают там, допустим, да, здесь такого никто не делает. Дети есть дети, это святое. Ну, приятный ресторанчик такой, да, но я вот тоже так не буду уж особо там, вот смотрю, так люди нервничают, да, когда их снимаешь. Вот. Да. Ну вот, пожалуйста, вам море, друзья. Оно плещется, оно всегда море, оно всегда радует глаз. Даже если нифига ничего не видно. Лавона наша. Ну вот. Вот еще отрезочек мы прошли. Ну вот тоже, вот понимаете, вот этот вот такой ресторанчик, да. Вот сама просто обстановка. Я вот вам показываю саму обстановку. Вот сидят люди, отдыхают. Вот это пиццерия, да, но хочу вам сказать, что она только называется пиццерия, а вообще-то очень хороший ресторан. Очень хороший, там очень хороший повар. Вот, и, ну, очень вкусно готовят, и плюс еще с очень хорошие вот такие, выпечка здесь очень хорошая. Ну, вот такой вот вид. Вот тоже ресторан, вот сидят, отдыхают. Ну, это даже не ресторан, просто бар такой, да? Ну, и магазин вот открытый. Посмотрим, что там. Ну, там сувенирчики всякие. Да-да, Джакарта. Все работает. Все функционирует. Ну, вот такие вот вещи здесь. Одежда тоже. Ну, пошли дальше. Ну, вот тоже очень типично, да? Вот, знаете, вот тут там, значит, там смотрят там телевизор. Тут, как всегда, тут там или футбол, или баскетбол. Тут, ну, все есть тут. А, ну, там футбол. Да, тут и футбольный матч, и тут и волейбол, и баскетбол. Ну вот, почему так вот люди. Люди сидят отдыхают. Ну вот мы вот к концу пляжа подошли. Ну вот тут такая вот обстановка вот. Народ вечером вот сюда съезжается, вот машины ставят здесь. Он гуляет везде там с детишками. Дети резвятся, никто им тут палку в колес не вставляет. Что хотят, то и делают. Ладно. Ну, каждый своим делом занимается. Ну вот. Пошли дальше. Ну вот начало порта вот спортивного. Ну вот сейчас пока вот, я к нему поближе подойду. Ну тут вот народ ходит, вот, мужик что-то ищет там, крабов что ли. Вот это вот порт. Порт такой муниципальный. Да, значит, тут тоже здесь туристические такие вот яхты. Ну, мало это сейчас, плохо сейчас видно. Вот.
А вот дальше там, да, дальше там вот находится порт, то есть синера, маленькие синера, то есть рыбацкие, рыболовецкие. Ну вот, собственно, а вот я сейчас смотрю там с фонариком там, да, и я так понимаю, так что он крабов, видимо, ищет. Ага. Ла, пердон, мориско, но? Морискос? Морискос? О. А, ну вот они. Ага, крабы вот. Пара пескар. Пара пескар. А, мы верим, верим, верим. Значит, это у нас, значит, для рыбной ловли. То есть, значит, чтобы там на крабов будет ловить. Вот. Вот молодец, Игнаш. Ну, что-то, опа, что-то там ловит. Ага, ага, ага. Так, поймал. Молодец. Ну, да ладно, пошли. Строго. Ну, каждый пизд занимается у него. Классный парень. Ола! Ола! Люблю я такую молодежь, понимаете? Вот, это вот мое любимое тут место. Я вот здесь постоянно хожу. Так что вот у меня с этим портом, конечно, много что связано. Вот, так что вот я... Вот так. Паба, значит. Ну, дома собачки. Ну, порт я весь с вами пройду. Я когда сюда приехал, он только строился, этот порт. Только строился. Вот здесь вот там на сваях там делали. Они только забивались, значит, эти быки эти. Значит, с фундамента и... В общем-то, раньше здесь был порт, да, значит, раньше здесь был небольшой, значит, такой рыболовецкий тоже там, да, ну, как бы так, марина. Но она была очень, то есть, вообще тут ничего не было, ни причалов, ничего, конечно, да. Значит, то есть, так вот они вот как бы здесь в лагуне вот в этой стояли, и все, значит, суда там, значит, ну, лодки там, что там. Ну, вот. Есть снимки старинные, да, вот я видел, как-нибудь я обязательно вам покажу их. Вот, ну вот, визитная карточка. 4 век, кажется. Вот это вот Торре. Ну и дальше вот он уже там, сам порт. Ну, порт это марина, имеется в виду. А кто-то выходит или приходит, что ли? Сейчас смотрю, там яхта. Ну вот так, что вот так. Вот тоже наверху там ресторан, Лякова называется, пещера. Ну, вот пещера очень условно, потому что весь смысл ее, вот я сейчас попробую расширить там, да, там. Вот там народ сидит, да, значит, ну это вот прям только с видом на море. Ну, очень дорогой ресторан, но я бы не сказал, что, ну... Неплохо, конечно, да, там, хорошо, там, хорошие вещи, там, ну, так уж прям, не могу я сказать, что я любитель такой пищи. Вот. У нас сейчас все вот начали закрывать потихонечку. Раньше свободно было заходить, вот, но сейчас уже контролируется все. Кругом видеокамера, ну, это, в принципе, нормально, так оно и должно быть. Так оно и должно быть. Ну, сейчас просто вот начали закрывать все. Видите, вот тут наделали из этих дверей. О, вот тут вот рыбины, да, вот слышно их, да, значит, вот. Ну, не, конечно, я не сумею сейчас вам их показать. Ну, я в других репортажах показывал. Ну, вот такое у меня, знаете, сердцу близкое зрелище. Всегда, вот, значит, на ночь оно прям великолепно. Пройдешься вот здесь, так хорошо успокаивает свет.
Что может быть романтичнее лодки, моря? Ну да, есть, конечно, что-то, что может быть еще более романтичнее. Так что вот так, друзья. Ну вот. Ой. Ола. Ну, с собачками тут. Ола, бонна ноче. Вот такая вот эта мачта, да, она вот символ всего. Тут чёток тут на ней, что чёток на ней нет. Ну вот выезд здесь. Ну вот, друзья, я, наверное, заканчиваю этот репортажик. Так сказать, вот наша с вами прогулочка вот на сегодня подошла к концу. С вами был Василий Анатольевич. Всего доброго.